Справы житевые. Старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Дворник сегодня провел прием громадян у Петрикове. Пытания, за якими звертались люди до керовника региона, отычились добропорядкования, жилево-коммунальной господарки и працаулаткования. С подробязностями Максим Савин. У двухповерховым 16-квартирным доме по улице Коммунальной 108 есть амаль усе коммунальные доброты, водопровод, канализация и газ. Минус один. Кватеры отепляют с дровами. Жыхары жадают перейти на газовое отепление. До речи, газ подвели больше за 6 годов тому. Правда, выкористовывать его можно только для плит. Люди готовы за уласный кошт зарабить внутреннюю разводку. А вось проект внешних сеток вельми дороги. Валентина Кудровец и Ганна Лапета пришли до Владимира Дворника за допомогой. Старшиня был выконка ставит задачу у стислые сроки разглядеть усе махчимые варианты вырашения проблемы, у тым лику и махчимость выкористания электричности для отепления. Актуальное это пытание и тому, что у Петрикове жихары яшчэ некольких домов находятся у подобной ситуации. Внутри мы можем котлы, трубы и плюс батареи. Да, это мы можем, это тоже это как бы деньги. Да. А проект, это, проекта мы просим, чтобы... Ну, за счет помощи, может, нам губернатор что-нибудь поможет, коммунхоз. Очень хорошо поговорили. Он нам пообещал, что решится этот вопрос. Ну, нас потом... Будем ждать ответа. Некольки пытания утычились добропорядкования райцентра, ремонту дорог. Владимир Дворник запэўнил, до Дня Незалежности Петрыков будет не познать. У Гомельской области протягивается практика комплексного добропорядкования райцентра. У этом году на чарзе Петрыков. Работы уже распочались, и обновление закрануть всю инфраструктуру города. Петрыков для нас особый город, потому что здесь поручение президента привести вот этот Полесский район в идеальное состояние. И мы постараемся сделать все для того, чтобы создать условия жизни здесь как можно лучше для людей, ну и выполнить поручение главы государства по наведению или приведению этого города в идеальное состояние. Что касается объектов, то, конечно, я не хочу сегодня сказать о какой-то значимости каждого объекта, но мы пройдем все. От медицины, образования, культуры, спорта. Каждый объект должен быть в идеальном состоянии к завершению строительных работ до Дня Независимости. По выниках приема Владимир Дворник отзначил, что бачна добрая работа мясцовых уладов с насельництвом. Вострых пытаний не подымали. Проблемы, с якими звертались люди, носят звычайный житевый характер. Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Петрыкова.